Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Tribe Primitive Builder. Вот совсем не примитивный мозг, который я задолбался строить. А вот Terra Incognita, куда я, собственно, пришел. Ну, пойдем осваивать новую территорию. Это у нас какая территория? Это у нас, ну вот, по каньону и глиняная земля, вот эта вот, которую, видимо, надо освоить. Что-то вот этот храм какой-то, мне кажется... А, он в вулкане же получается, да? Ага. А вот тут еще какая-то лесистая территория, странная. И туда у меня дороги, между прочим, нет. Она где-то вот отсюда будет открываться, видимо, дорога. Это еще один биом. Ок. Начнем с глинистого биома. Песчаный край. Ну, так тоже можно назвать. А, да, тут стамины нет, можно бегать. Что-то как-то мыльненько, вам не кажется? Что у нас вообще по настройкам? Или я после другой игры никак не это? Не это, не это. Фантастика, короче. Да. Размытие движения я убрал. Время суперразрешения я вообще не знаю, что это такое. Так, все нормально. Это мыль. Северное сияние это или это? Дымок на самом деле. И шум странный, да? Я бы сказал, что это водопад. Нет, ветер. Но ветер какой-то не такой. Это что за хрень? Я бы сказал, что тут серо. Все. Но мне для начала пригодится, сами понимаете. А, это божественный песок, он даже не для начала пригодится. Ну, я думаю, понятно, кто будет нам его добывать. Ладно, начало положено. А там увидим. Так, это что за кучки? Все ж надо попробовать. Камень. Я правильно понимаю? Че добыл-то? Глина. Серая глина. Забавно. Неважно. Серая глина, которую добывают киркой. Вот это да, это огонь. Так, ну там были обычные ветки. Тоже ветки. Ага, здравствуйте, обломки. Чем порадуете? Божественный ладан. Тоже приятно. И я бы тут еще храм активировал для телепорта. Так, глины много. Я так понимаю, мои соплеменники по мосту вряд ли сюда будут ходить. Вон еще. Божественный песочек. Ну, тут храм апать придется активно, поэтому, да, божественный песок. Забавно, называется песчаный край. Я бы его глинистым назвал. Ну, песчаный. Вот опасно в таких местах ходить. Камень башка попадет. Печально будет. Все это нависает, но когда-нибудь она обрушится. Ты куда зашел? Коридор очень длинный. Тут только телепорт между храмами. Я по-другому не представляю. Не, ну можно бегать, но представляете, как это нудно. И где-то здесь торчит алтарь, который, ну, вот на этой территории всяко улучшает. Я ж два открыл на той территории, а их всего тут 5 или 6. Кстати, как поживает мое племя? Без меня-то. Оно спит бессовестно, вот собаки. Так, с ножами беда, но ножи я делаю. Ага, хорошо. Бамбуков 31, продолжайте в том же духе. Они спят, а я нет. То есть что, мне получается на территории нового племени тоже надо свою хибарку построить, да? Копье пригодится.
Ох, сколько у меня бамбуков-то. И снова ветер включился. О, нормальный такой фикус. Это к храму пришел? Ну, похоже на... Нет, не храм, это фигня. Храм дальше. Ой, какое оно странное. Как бы мне все это не строить пришлось. А там внизу что? Да, в принципе, ничего. А, ну вот это вот, вот сюда выход. Как он край называется? Каменистый край, а мой как? Травяной. Вулканический. Перекресток. А? Вулканический, в травяной, в пищу. Блин, туда идут. Ну как-то... Вот туда мне надо. Там вообще постройка какая-то готовится. Пойдем посмотрим, мне интересно. Я понимаю, что мне сейчас, наверное, не туда. Или я вообще доступ ко всему острову открыл. Ну, тут вокруг можно оббежать. Так, не слабо тут кого-то размотало. Одни обломки. Так, ну здесь мне строить лифт. Или что-то в этом духе. Погоди, а мне что-то... Назад? Серьезно? Ой, обрадовался, пробежал-то, да? Не, ну самое глинище вот тут. Что там-то племя? Ладно. Идем, глинистое племя, я выведу вас на глинистые равнины. Водичка. И вы сможете там жить. Не сильно прячутся, кстати, если я мимо них пробежал. А, я что-то по коридору бегу, я думал, там на равнинах все будет. Так, а вам тут жрать нечего. А, ты просто... А, он ходит. Все. Эй, чувак. Ты ни один из нас не знакомец. Да, это так. Ты пришел с запада, никто не приходит с запада. Да, действительно, на Хуэста я сюда пришел. Да, и наверху тоже тащу Хуэста, да. Я еще вошел в Старейшин, что-то случилось. Она не хочет, чтобы ее находили. Ты не должен здесь быть, и никто не должен. Есть нечего, строить не из чего. Уходи, незнакомец, просто уходи. А я не могу. Да, ты должен видеть охотника. Он единственный, кому еще доверяет старейшая. А как мне это сделать? Здесь нечего спасать, у нас ничего не осталось. Большинство наших людей. Ну, мне жаль, но делай то, что считаешь нужным, незнакомец. Ладно, сейчас узнаем, на хуэст я сюда пришел. И таки мне туда на равнину. Но поскольку их вождиха называется старейшая, она, видимо, мало интересна, женой ей не бывать. А я уж было думал, мы это скрепим брачный союз двух племен. А хрен-то плавал. Ну сто пудов перекресток, а? Кстати, вот тут есть слабый намек, что можно скарабкаться. Ну я сомневаюсь. Ну и вот, собственно, их долина. Я думал, придется там добывать, в коридоре в этом. Да нет, смотрю, тут тоже дофига. Каменюки есть. Ну, тут прям вообще красота у вас. Но жрать, походу, нечего. Угу. Там люди ходят. Скунсы бегают. Так, скунсы бегают. Еда есть, что он мне гнал? Еды нет. Так, с вас божественный песок и глина. Если я правильно понимаю.
Что-то такой незнакомец. А я принес послание вам с запада. Мы давно бы забыли твоего старейшину, в чем должны слушать тебя. А как насчет вашего старейшины, что здесь случилось? Она ищет одиночество. Старейшина не станет с тобой говорить, ей незачем это делать. Советую тебе покинуть нашу землю. Построй рынок, заверши строительство. Я бы за, но где у вас тут поселение? Можно узнать. Ага. Я понял. Шашлычня. А рынок будет тут. Давайте туда сбегаю, посмотрю, что там вообще. Но уже понятно, что рынок будет в шашлычне. Да и для поселка прямо вот оно само по себе напрашивается. А, тут храм. Вообще. А вообще красота. То есть тут, смотрите, строить, строить и строить. А вон фигвамы. А вон разрушенных построек куча. Море. Так, я думаю, тут рыбаки будут. Ну, конечно, мерзость запустения. Все так хотят, нет, а в море-то рыбов не ловят. И эть. Не, море тут не рыболовное, ни хрена. Так, ну это ж фигвамы. Какие доменные печи. Странная у вас тут жизнь, ну да ладно. Ну, короче, вот эта площадка, она прям напрашивается, что тут что-то строить. Что-то... И это я слабосильный. Нафига так строить-то, что не войти. А, это, походу, местный склад. Поломанный напрочь. Слушайте, раз у вас такие приливы, зачем вы строитесь на берегу, идиоты? Стоп, а, это собирать было где? Ой-ё. Ну, люди ходят. Ты кто? Тебе нужно убить охотника, незнакомец. Надо еще ходить сразу же? А, я понял. Вы нудные. Что-то в яме спишь, а с приливом зальет и загнешься, значит. О, глина прям тут. Так. А давайте я совершу великое чудо, зажгу огонь на вашем капище, и все будет хорошо, не? Священное дерево. Деревянный тотем. Ну, это не тут и не здесь. Хотя, мне кажется, священное дерево, вот оно дерево, не? Костяной талисман, божественный, ладно, у меня ничего нету. Ладно, это я сюда еще приду. Глина прям, ой, священный песок прям тут. Так, ну чего? Рынок. Вот так, не мудрство. Че у меня дофига от бамбуков? А вот травы-то у меня нифига. Ну ладно. Надеюсь, хватит. О! С большими листьями беда. Надеюсь, они тут растут. Как-то все очень... Не очень. Я же не могу к этому... Я же телепортиться сюда не могу, да? Проведи ритуал. То есть мне как минимум еще раз сюда пешедрало бежать. И никто... Листья вроде есть. Хрен их знает где, но есть.
Давайте искать. Вот Алисия, я что-то не подумал, как сюда бежал. О, какие тут поля. Так, желтая трава, строить не хочу. Какие-то бублики. Там, по-моему, старейшая топчется. Ты кто? Блин. Ну, тут бамбуки. Почему-то из постройки выпадает бамбук, дрова, а листья не выпадают. Точно, старейшая. Ты пришелец в этих краях, а я принес послание. Твое послание меня не волнует, мы все равно обречены. А давай мы тебя сменим на более позитивную старейшую. А? Прыг. Так, джунгли. Я один хрен листьев не вижу. Нам ничего, домой за такой фигни возвращаться. Написано, что они тут есть. Написано, листья есть вместе с лианами. И где? Тут жалкие клочки зелени. А листья вообще везде есть. Листья добываются из монстер. Растение такое. Че, енот забаговался? Реальный енот. Так. Но я ни одной монстеры не вижу. Ну, бамбук тут ровно такой же, как во всех остальных землях. С каменным очагом. У меня скоро место кончится в карманах. Судя по очагу, тут камни должны быть, нет? Ну, типа, большая постройка. Нет, нет. Небольшая постройка. Но это дерево. Где, блин, листья-то? Ну, какие-то жалкие клочки зелени остались. Так, влево за этой фигней. А еще прикол в том, что мне попить нечего. А чего вы тут пьете? Я сомневаюсь, что из моря можно пить. Скальная живопись. Вот типа рудник. Так. Блин. Желтая трава. Все те же растения. Должны быть эти листьевые растения. Их нет. Пляж какой-то желтой фигней. Месторождение серы, что ли? Давай попробуем морскую воду на вкус. Можно ее пить, нельзя. Ну, по логике нельзя. Хрен его знает. Просто видовое. Ну да, нельзя. А рыбы нет. Вот сразу обрыв в воду и все. Рыбы нет. Ну пойдем по берегу. Построим. Просто у меня скоро обезвоживание начнется, такое надо было флягу брать. Похоже, придется тэпаться на базу и оттуда бежать сюда еще раз. Уже с листьями. Так, как там мои орлы? 94. Угу. Давайте вы по дереву. И, пожалуй, что по веткам. Ножей 8 штук, топоров нет.
Я когда вернусь, там будет дохренище просто ресурсов. Ну, кстати, заодно я исследовал локацию. Ничего там хорошего, правда. Нет, я не знаю, почему написано, что листья есть. Их тут нет. Или они еще совсем нового добываются. Что я пробегаю мимо и не знаю, что это оно. Бамбуки, да, всю жизнь мечтал. О, ветер добыл. Лиан добыл. А листьев можно добыть? Ну смотрите, тут нет этих растений с листьями, которые... Может, из этого листья добываются? Это дрова. И такое там тоже было в моих, так сказать, угодьях. Ну, я не знаю даже. Где тут обещанные листья? Песчаный край. А, недостающие, ёлки. Глаза долбусь. Особые. Ну все тогда, тэпаемся. Так, что-то спалить надо будет. Ладан талисман. Ладан талисман. Так. Ну, так ребята подсобрали. Молодцы. Так, а что там у нас по камням? Камней мало. Так, давайте вы с камней начнете. Так, пить, спать. Вот мои листья. Вот от монстера. Так, надо сейчас озаботиться будет сожжением потребных тотемов. И здесь, и там. Чтобы туда-сюда тэпаться можно было, не бегать. Так, я понимаю, что меня там набрали, я просто собираю попутно. Ты опять прибежал. Так, теперь спать. Так, рынок. Да, листья, да, лианы. Тут там лиан и листьев не хватает. Производство. 7 лиан мало. Так, сейчас надо производство будет завязать на большой склад. Вообще все завязать на большой склад. Так, спать. И как всегда ночью начну трудиться. Так, стопа, я отсюда могу что-то завязать. Так, работает. Целевого рынка нет. Добавить ресурс. А с чем ты связан, собака? Вот это непонятно, откуда он берет. Ну да ладно, неважно. Так, склад деревни. Тык-дым-тык-дым. Хижина склад. Тык-дым-тык-дым. Так, производство. Тик. Паров хватает. Копья.
Так, склад деревни я сломать не могу, правильно? А мне самому придется все перенести, да? Че, куда, да? Трава. 207 бамбука, офигенно. Так. Короче, пока сюда все это. Божественно, ладно. Так, кувалда у меня уже есть. Кувалду сюда. Это мне. А, давай сюда положу. Кости, шкуры. Что-то не шаман трудится. Так. Ну, мне кажется, они сами не принесут. Блин, со старого склада. Я ж переключил. Все. Так, 20 пара только осталось. А, они проснутся, а все уже готово. Так. Так, а с левым шифтом все. Не понял. Так, ладно. Давай шкуру уберем. Тут полок не хватает. Полок тупо не хватает. Скажите, а оно как-то апгрейдится? Оно же должно как-то апгрейдиться. Оно же должно как-то апгрейдиться. Но не может быть вот такое количество ресурсов и всего. Ну что за бред-то? А, еда там тоже должна быть. Я что-то не понял. Левый контур. Контрол. А оно само уходит. Что за бред? Разделить. Так, тут только что было место. Что произошло? А, они работать начали. Здорово. Погодите, что-то какая-то фигня у вас тут творится. Но тут-то хватало. Тут спать можно.
Шляпа. Натурально. Просто пипец. Что за издевательство-то? А главное, тут ничего не сделаешь. Недостаточно ресурсов. Будут вам ресурсы. Копия топоры, блин. Ну как так? Что я хотел тут построить? Что-то я прям сбился. Жилье. Это рынок. А рынок ни к чему не подключен. А как на рынок собирается все? Ноль. Ноль. Или это в конечном пункте имеется в виду? А что тут не копите? Бандерлоги. Лян собирает. Так, ну чего? Очень все непонятно. Просто пипец непонятно. Внятной механики нет. Но единственное, я понимаю, что мне нужно разобраться с телепортом. Итого, нужно 15 ладанов, 15 талисманов. Это, видимо, последнее, что я спалю на своем алтаре. Для этого чего нету? Не показывает. Чего нет? Травы нет. Да ничего нет. Сухой травы нет. И лекарственной травы нет. Так, ну все есть на складе. Я мог бы бахнуть хижину шамана, но... Во-первых, непонятно, что он будет мне строить. Во-вторых, с какого склада эта сволочь будет брать. Вот тут сколько носильщиков не ставь, все равно как-то мало. Траву вообще кто-то нассал. Вы что собираете? Да, вы лиан собираете. Ну, оно, в принципе, правильно. Так. Как? Травы сам наберу тогда. Ой, блин, ну и хрень. Как эта механика работает? Ну, елки. Вроде как что-то я слышал про полки на складе, но непонятно. Ну ладно, построим рынок, может заработает, может торговля. И что он там? Так, ладан, мне нужно 3. Так, всякое разное я сложу сюда. Потом с этим всем разберемся. А, одного талисмана не сделано.
Талисман. Вот тут, мне кажется, тоже пригодится. Давайте бурдюк пахнем. Так. Что нужно на второй алтарь? До начала, допустим. Костяной талисман, божественный, ладно. По 5. Сразу забабахаем. Божественный, ладно. Ага. А глиняной посуды у меня нет, но есть глина. Вот оно. Так, места нет. Нож, иди отсюда. Две. Так, по 5, да? Я что-то много сделал. Ну ладно, много не мало. Шкуры. Да что мелочиться-то? Да десяток сразу. И вот тут надо еще одну создать. Тут тоже десятка было. 5 туда, 5 туда. Так, крафтим. Допустим, тут тоже. А, ну, 3-4. Сильное племя. Дар глины. Да. Да. Создал? Молодец. Так. Чуть не хватает глины посуды. Не хватает глины посуды. Рюкзак заполнил. Прекрасно, что рюкзак заполнил. Так, мы вот мяско выложим. Все, песочек кончился. Отлично. Так, глину нафиг. Столы и нафиг. Два бамука тотема. А, пригодится. Так, не кормленный. И какого-то фига у меня еда вот тут нет. Не заюзанная. А, может быть, мне вот это сюда заюзать, а? Угу, точно. Так, 8. Пожрал. Еще пожрал. А, давайте я поузну, пока туда буду бежать, потому что бежать скучно. А, рановато вырубил. А, мне же бежать, мне еще сюда. И сжигать тут всякое. Но я думаю, что не все тут можно сжигать. А мы попробуем. Так. Ничего мне не сказали. Вообще похрен, надо по-моему сжигать. Где мои ресурсы в рюкзаке? А, я не сделал. А почему я не сделал? Я не знаю. Что-то лапы не дошли, не сделал. Ладно, сейчас сделаю. Добро, что-то изменилось. Так. Ну, теперь там охотники. Ладно, а карта? Ну-ка. Да? Ну все. Алтарь теперь мой. Отлично. Тэпка открыта. Эй, я снизошел с вашего алтаря, поклоняйтесь мне. Че еще? Че не достроил? А, хрен увидишь.
Ну, пойдем, охотник, найдем. Сейчас я своим мудрым руководством поведу ваш племя к процветанию. Чего вы думаете-то? Тут, я так понимаю, рыбы нет, тут будет охота. Но, в принципе, хижина рыболова от хижины охотника ничем не отличается. Так, ладно, тэпка у меня есть, значит, я могу, в принципе, себе тут хижину не строить. А, слушайте, я же на складе могу спать. Вообще пофигу. Что такое это тут сделал, незнакомец? Нам нечего обмениваться. Наша старейшина загорелась от всего мира. Она больше не говорит нам ни единого слова. Я думаю, что с тобой она заговорит. Где мне ее отыскать, хотя я ее уже натыскал? Отправляйся к морю, она ждет нам смерть от истощения. Надеюсь, ты сможешь увидеть ее, прекратить ее добровольную пытку, да помогут тебе боги, незнакомец. Ну, вообще, я ее уже нашел, но хрен с вами. А вот интересно, у меня справа вверху количество людей в племени. А сейчас у меня два племени будет. И чего? И как? Или это общее? А применять я могу куда хочу их. Вот это склад племени, я так понимаю. Но его восстанавливать смысла нет. Есть смысл построить сразу хижину-склад, вроде как она круче. Ну, а может просто декоративная яма. Не, ну какой-то базовый склад племени должен быть, наверное. Стой, куда карга старая бежишь. Стой, чужеземец, как ты ни был, я не заговорю с тобой, таков мобед, ты со мной уже говорил, дура. И ты говоришь в три раза больше, чем тут написано. Меня прислал западный старейшина. Сюда меня прислал старейшина западной деревни. Он сказал, что вы поможете в нашем великом походе по спасению с острова. Ну, ой, он совсем уля-ля, да. Жив еще старый дурак. Ты поражаешь меня, чужеземец, как ты проделал невероятное странствие. Мост обрушился много сезонов дождей назад. Да-да-да, я отстроил мост. Путь между землями установлен. Правда, это так невероятно. Но мы никак не поможем. Боги не считают, что мы достойны существования. Мы должны принять их волю и дождаться своего конца. Позволь мне помочь. Я могу сделать твою деревню крепче, чем когда-либо. Прям как тот мост. Громкие слова, это мы увидим. Ладно, чужденец, поступай, как пожелаешь. Я останусь здесь и продолжу ждать того, чтобы море восстало и унесло меня в свою пучину. Доставайся, нахрен ты уперлся. Управление мне над племенем передай, и все, и в сраку. Безысходность. Че, по времени 44 минуты? На самом деле, пора закругляться, наверное. Ну ладно, давайте еще. Так, жить я буду возле склада. Я так понимаю, мастерская, это же мой дом, да? Это же мой дом. Хорошо, что много листьев взял. Ну хотя сейчас у меня тэпка есть, я могу прыгать туда-сюда. Ну еще заяц тут есть, я в принципе уже на самообеспечении тут. Даже если не считать телепорта. Уже все хорошо. Мне в принципе рынок не нужен, я на самом деле могу сам ресурсы носить туда-сюда в любых количествах. Готово. Вторая хижина склад. Прямо тут рядом. Тут, кстати, плоских мест вот таких, где можно жить. Больше, чем у нас там. Тут строится удобнее. Тут только жрать, похоже, нечего и людей нет.
А тут есть свой этот искатель людей? Или меня оттуда приводят? Или у меня племя одним целым считается? Ну тогда я задолбаюсь ждать, пока они сюда через мост идут. Наверное, они тоже тэпаются, скорее всего. Да, спать можно тут. Так, шикарно. Ну а жить вы будете вот тут возле шашлычной. А что за наводнение? Погодите, тут же воды не было вроде. Или я не видел просто. Ладно. Так, жить вы будете тут возле шашлычной. Так. Вот тут будет жить главный шашлычник. Наверняка что-то не хватит. Я прям чувствую, как у меня все кончается в карманах. А желтая трава кончилась. Я просто тэпнусь и принесу. Так, племя. Что у нас по желтой траве? 42, неплохо. Тогда продолжать собирать лианы. Так, что у нас тут? Производство. Что стоим? А, вы все спите. Отлично. А, ну да, ночь. Эть, да свершится чудо телепорта. А что я делаю? Зачем я сюда бегу, если я могу просто вот так топаться? А, хрен меня знает. Я странный. Посещено. Ха. Посещено. Так, ну худо-бедно, они там сейчас на эту хижину работают, но я что-то прям не вижу смысла добавлять постройки. Потому что емкость хижины, он просто отстой. И как ее расширять, я не понял. Ну как-то определенно можно. Как? Так, у меня ничего лишнего к карманам нету. К столыге у меня есть, надо выложить. Так, к столыге и шкуры. Не нужны они мне. Ага, спят, шляются. Никаких площадок для апгрейда нет. А он должен быть апгрейд какой-то. Ну, это... Хотя вот оно не власть. Тут просто места еще под одну нету. Так, а... Надо бревнышек мне. Даже давайте... А, это вот он кинул их. А сразу за стак не судьба, да? Сундук, хижина, склад. Потребление 67%. Что потребление? Не знаю. Так. Ладно. Тэпаемся. Я вам сейчас устрою безысходность. Скипидара под сраку и забегаете. Раз вам хижина. Клац. Два вам хижина.
Где чего? А. Бля, нет, да вы издеваетесь. Чё бы я делал, если не телепорт? Причем лиан я могу надрать прямо тут, не ходя в деревню. Так, 7. Ну-ка. Не используется? К реке все-таки придется выходить. Воды нет. А что они там пьют у себя, мне интересно? Там реки-то нет никакой, там ничего нет. Они же что-то пить должны. Ну так, по логике, понятно, что им не надо. Ну, как юнитам не надо. Но мне-то надо. Пойду флягу наберу. Никогда не надо упускать шанс собрать еще чего-то. Лежат, лежат. Хорошо. То есть номер лежит, лежит у меня в кармане и используется, так что ли? Ну-ка по карте. Да, блин, у них тут нет воды. Вот, вот тут что-то странное. Серенькое. А воды нету. Чё, коза, сюда перебралась? Да, тут скоро будет город-сад. Да, общее количество времени. Ага. Вон, потом 14 из 19. Эй, старейшая, хреновейшая. Я спас твое племя. Да я та еще Таланда. Я сделал свое дело. Ты отстроил то, что боги забрали у нас. Очень храбро, хоть и бессмысленно. Боги уже покинули нас. Мы разрушили алтарь. Для нас уже нет никакой надежды. А если я починю? Да, но прислушаются ли они? Ты бы прислушался? Ладно, займись этим. Забери с развалин стола алтаря все, что тебе понадобится. Почини его, дай нам шанс соединиться с богами. Чё? Я тут уже тэпаюсь вовсю. Разрушь. Ну и чё? Алтарь извиняй. Глина, шкуры нужны. О, как все плохо. Божественный песок нужен. Угу. Так, шкуры и божественный песок. Алтарь-то работает? Ну, вроде работает. Так, шкуры и божественный песок.
Глины нагреб. Вообще пипец. Очень странно все было, но ладно. Так, как там племя поживает? 18 лиан. Че тут по жрачке просадка? А ладно. У меня есть странное ощущение, что вот то племя как-то тоже жрать начнет отсюда. Но оно не должно, у них свое. Вот то, что вот с одной стороны племя одно, да? Количество людей одно. А они поделены на несколько территорий. А как они снабжаются? Мне вот достаточно тут еду добывают? Или мне там тоже надо еду добывать? А, непонятно. Вот шкура бежит. Ну, я думаю, хижина охотника. Она поможет. Так, давайте спать. Чего нет? Так. Шкуры. Ой, шкур-то немного. Да и песка-то тоже немного. Так, а, племя. Склады. А, я так не могу посмотреть. Я, по-моему, зря весь песок бахнул. Но я вроде не на склад песок положил. Так вот, погоди, а, вот так, могу сам крафтить. А тут вы спите, да? А, нет, нет песка. Ну что же, полетели, и песочек-то мы сейчас добудем. Я немножко неправильно построил, там они заслоняют тут все. Здание заслоняют, и тэпаться неудобно. Опять шкуру кончена. Одну шкуру-то я добуду. Так, божественный песок. 12 штук божественного песка. Ну, пойдем намоем песочку. Тем более, где-то тут это все видел недалече. Да, недалече. Чтобы еще вспомнить, где это недалече было. Глина-то вот она. Камни. Ну, в коридоре точно было. Я не очень хочу туда бежать, но я просто не помню, где месторождение. В коридоре точно было. Я вроде берега бегу тут, чтобы это видеть месторождение. Тут камни в основном. Вот. Десять. Надо 12. А мне надо наводиться, да, на него? Ага. Ну и давайте еще соберу, раз уж пришел. Потому что хижина шахтера, думаю, будет не скоро. Там я видел первого охотника. А, у меня еще есть. Так, как там племя? Ножи надо. Так, сборщики. Сборщики, сборщики, сборщики. Камни. Так, что у нас тут по веткам, по деревьям, все хорошо. По бамбукам, может быть. Тэпнусь и все, что я чусь.
Да елки, шкуру забыл. Пошли енот ловить. Сейчас ни один кролик не попадется, блин. Вот бегает. Так, ну что тут был? Может, кто-то мне зайца спугнул. Вон он. Все, есть. Так, я положу первый взнос в вашу хижину. Это мясо. А, вот. Да ты серьезно? Раз, шкура. Глина, да. А, я понял. Я клыки эти заново строю. Две шкуры еще, блин. Но тут, по идее, эти еноты-то бегают. Вечерело. Не так, что дофига, но местами я видел дофига, реально. Так, влево, да, вот за этот склон. Найдем ща енотов. Две шкуры у меня, по идее. Ну, видимо, не две, будет больше. Возвращение надежды. Блин, нужна мне ваша надежда. Мне нужны ваши рабочие руки. Вернее, ваши ресурсы. На самом деле, я могу сам построить корабль. Не заморачивайся с этими временами. Чисто рубить и строить. У меня ощущение, что я проще к себе в локацию вернуться и там шкур добыть. Вот это реально какая-то фигня. Когда просто бегал, да, тут еноты носились. Сейчас что-то ни хрена нет. А у меня там по лужайке много бегает. А тут просто искать неудобно, оно не гладкое. О, есть. А он еще есть. Один. Туда куда-то убежал. Вот хрен тут в этой траве их найдешь. Оно где-то есть. Все просто в том, где. Ну бежал же второй. А почему они не по маршрутам? Не по маршрутам бегают, они хаотично бегают. Поэтому где оно? Это, блин, загадка. А еще темнеет. Вообще караул. Блин. Короче, достал. Я пошел к себе. Там хоть что-то есть. Тут вообще вот их джунглях нереально кого-то поймать. Нужны профессиональные охотники. А я там пока не понял, что с людьми. Где их брать и как добывать. Вот только дело моя полянка с зайцами.
Сейчас, раз, тут ни хрена нет. Такое может быть. Да не, вон бегает скунс уже. Привет, скунс. Так. Три шкуры, давайте еще в запас. А что ты тут пусто смотреть? О, кролик. С кроликом, по-моему, одна шкура. Ничего, скоро будет охотник, все у меня будет. Да, можно кидать копье, я знаю об этом. Он еще бегает. Видите, на каком расстоянии тут заметно? Вот тут охотится, а там фигня какая-то. Так, вот куда это заметно убежало? Вон оно. А? Вот видимость-то. Все. А, и у меня еще шкуры есть. Так. Проблема в том, что это прозрачное дерьмо, не видно где. Где строить-то? А, во. Да ты серьезно? У меня была хреновая куча глины. У меня нет хреновой кучи глины. Издевается. Ладно, глина здесь есть. Причем надо полностью эту кучку скопать, тогда у тебя глина будет. А не так, что покопал, прибавилось. Чёрта с два. Только хардкор, только целиком. Что еще? А. Слушайте, у меня так и шкур не хватит. Последнюю одел. Обломит, да. Так. Ну что, еще шкур, мне опять тэпаться из-за этого. Ну я могу, конечно. Неужели тут ни одного енота не найдется, а? Похоже, что так. Ничего вообще не бегает, я хренею. Как вы тут выжили-то? Так. Да, она расходуется полностью. Она одноразовая фляжка. Пипец. Каждый раз крафтить? Не, ну как НЗ-то нормально. Я нахреначил енотов больше, чем мне требовалось изначально шкур. Так они еще подкинули мне строить. Вот собаки. Ой, час 10 уже бегаю. Ну, игрушка залипать. Хрен оторвешься. Ну и как бы хочешь довести этап, то есть племя под свою руку взять. Все это мое племя. А можно было бы вправо к реке пойти и там набить зайцев, там зайцев дофига. Ну ладно. Со скунсов, по-моему, несколько шкур падает. А зайцев по одной. Хотя еще скунсов не вижу, а зайц идет. Ну одна шкурка с зайца. Это плохо. Скунса лучше. Только я что-то их не вижу. Так, вот тут зайцы водятся. Водились, по крайней мере. А вон там что-то бегает. Казалось.
Показалось. Да нет, не показалось. Давайте. Вон он за человеком прячется. Так, две шкурки. Две шкурки мало. Как он ловко за туземцем прятался. Вообще, ниндзя, не заяц. Ну, хоть одного бобра. Бардак. Бобры куда-то делись. Просто сейчас окажется, что нужно не две шкуры, а больше. Я опять попал, опять телепорт. О, мечется заяц уже видно. Стой, шкура. Так. Он еще один. Не попал. Да ловкий-то какой. Четыре шкуры. Ну, вроде больше не вижу. Так. А что за ураган начинается? Что-то сюжетное? Опять искать ты, что у вас тут? А, прицел. Ага, хорошо. Смотри, как погода меняется, да? Да, боги пришли или что? Бабка накаркала. Один с глиной, я думаю, мне хватит. Все сели на дерьмоплот и куда-то поплыли. Он мелкий. Ну, вот. А, корабль разбился, и вот они все. Ни хрена не понял, ну ладно. Здорово, но непонятно. Старейшая, тухлейшая. Ты что, ты видел, что здесь не так ли? Да такую тухталю видел, да. Ты еще здесь? А если ты не оставил мой народ, то и не могла, чужеземец. У тебя на лице написано недоумение. Что ты видел? Кто пытался сбежать с острова? Откуда ты? Ладно, группа, его возглавлял человек, которого все звали посвященным. Они разбились на наших берегах несколько сезонов дождей назад. Мне нужно с ним поговорить. Это невозможно, когда спаслась земля, падающие камни преградили путь к северной части острова, где они поселились. Но ты помог нам восстановить связь с богами, чужеземец. Если ты этого желаешь, можем поискать решение вместе. Но сперва мы должны накормить мой народ. Поговори с охотником, он тебе все объяснит. Я займусь. Мне, кстати, еще интересно, почему погода испортилась. Мне много чего интересно. Мне интересно, что мое племя поделывает. Смотрите, ну еда просела же. Но ведь не успевают. Я даже догадываюсь, в чем дело. Дело в поваре, который один. Давайте вот так. А, нет, стоп, это рыболов один. Повар. Короче, мне нужны еще люди. Ведь одинаково время работает. Так. Целевой рынок, рынок 2. Целевой рынок, рынок 1. Пу-бум. Но я связал, типа, а там видно будет. Так, погодите, а там что есть? Рынки. Вот этих 23, а широких листьев нет. То есть, видимо, таскают. Смотрите, работает доставка. Ай, шикарно. А камней мало.
5 камней ни о чем. Ладно. Ну что, господа, на этом все. Вроде заладилось. Я так понимаю, племя мое стало. Я могу сам тут всем управлять, назначать и так далее. Но оно общее стало мое, потому что... Но это все одно племя, это не раздельные племена. И плюс перекидывание ресурсов между рынками тоже неплохо. Что ж, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.